Всем привет, ребята, с вами я, Саша Икс, и сегодня я вам покажу, как снимать видео на ABS Studio. Для начала, у меня тут есть сцена, и тут, если у вас нема их, то... Сейчас покажу. Берем, нажимаем на плюсик, и называем, как захочем. Например, видосик. Ось. У нас появляется черный экран смерти. Вот такой черный экран. Для начала, чтобы что-то появилось, нам надо нажать рядом. С сценами есть джерела, но мы на украинском. Нам надо захоплення экран. Так, что я нажал? Я не то нажал. Ось, сейчас. Захоплення екрану. Називаємо його як хочемо. Допустим, сейчас робочий стол. Чого я написав? Ладно. Вот так ми сделаємо. У нас появляється вот таке. Вот такое чудо у нас появляется. Нажимаем на «Хорошо». И у нас появляется запись экрана. Мы его можем куда-то колбаснуть туда. И так дальше. Короче. Так. Для камеры вам надо тут нажать на вот это. Сейчас покажу поближе. На вот это. Типа на плюсик, как всегда. Вот плюсик. И ось рядышком. И я сейчас появлюсь я. Так что... Ось я нажимаю. Хай так их будет называться. И тут появляюсь я. То есть я пальцем закрыл. Точнее, у меня... Ось, видите, пальчиком закрытым. И тут вот камера и так дальше. Нажимаем на гаразд, если вы хотите с камерой снимать. И тут появляется ось. Можем его выключить, чтобы вас не видно было, если захочете. И тут будет ось веб-камера. То есть ее можно куда-сюда, сюда поместить и так дальше. Вот так можно сделать. Оно так больше не надо. И когда вы уже все настроили, ось можете нажать начать записывать или начать трансляцию. Что-то из таких двух. Допустим, начать записывать. И типа записываю все, что мы наделали. Тут можно еще побаловаться со звуком. Да. Зачем можно будет побаловаться и так дальше. Отлично, тут можно побаловаться. Сейчас не показал вам. Тут надо сделать. Тут, если еще хочешь, вот так сделаем. Гораздо. Тут с микрофоном можете настроить. Но так он все нормально. Если уже закончили, просто заканчивайте. И у вас сохраняется ось. У меня сохранилось оно. А так, ребят, на этом все. Всем удачи, всем пока.